Спасибо, это приятно. Один оттуда, один отсюда. Спасибо. Спасибо вам, Оля. Да, 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 да. Я свою внучку вот к хорошей музыке и к хорошим певицам приобщаю. Пойдем, Катя. Спасибо. Спасибо вам, Оля. Чей, Паша? Давай. Что ты так растерялась? Проходи, проходи. Я не кусачая. Спайте, сейчас золотых. Билетов не буду. Да так дисков не хватало. После, только сначала на альбомах, пожалуйста. А юному барабанщику, он у нас барабанит вроде бы. А потому что все, это последние альбомы. Мы все, я забыла сказать, все, конец тиража. Ольга, он у нас барабанит в рок-группе. Да? Да. Давай лапу. Обожаю. Барабанщик в рок-группе. Только будь хорошим барабанщиком, а то у нас мало хороших барабанщиков. Днем с огнем не найдешь. Знаешь, кого посоветую? Он ушел, да? Знаешь, кого тебе посоветую? Послушай Led Zeppelin, Джона Бонома и группа Police, Copland. Два ломовых. Если ты научишься так играть, ну, ты будешь супер. Это да. Я его всегда прошу. Вы молитесь, а я догоню, как говорится. За свое огромное спасибо. Ой, я сама еще, пожалуйста. У меня сегодня спасибо день вам. Если я ваш концерт подарила. Очень рада, Анна. Как вас? Анечка. Спасибо. Я вам сказала, что важнее на ваш концерт прийти, чем со всеми встретиться. Спасибо. Но вы все равно их не обижайте. Выходные, выходные. Правильно. Спасибо вам. Оставиться надо, а ты как так? Мира вашей семье. И вашей. Всем вообще нам мира. Сейчас вообще просто, да? Спасибо вам. Вам спасибо. Правда? Махарыч, ты с меня должен быть потом. Спасибо. За Махарыч. Оленька, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо. Удачи вам. И вам тоже. ВКонтакте. А, ВКонтакте, да? Да. Клево. Да, Ольга, тут, наверное, половина зала ваши друзья ВКонтакте. Да вы что? Круто! Как я вас люблю, ребят. Ольга, большое вам спасибо. Вы знаете, сколько мне народу в личку пишут, вот просто чужих даже. Колоссальное удовольствие вообще. Спасибо. Говорит, я сейчас особенно не принимаю, как бы ограничила, потому что начинаю писать там «Привет, как дела?» Большое спасибо. Новый. Если можно. Это ДНР, да? ЛНР. ЛНР, да? Это Луганская, наверное. А, Луганская, классно. У нас друг там воюет, монах, отец Иоанн. Отец Иоанн. Классный. У него как это называется? Погонял. Да, Грозный, позывной. Я путаю, погонял. Насмотрелись фильмы про бандитов. Спасибо. Спасибо. Сейчас, подождите, я... 5 секунд. Спасибо. Мы сфоткаемся. Давайте я сейчас подпишу и потом будем фоткаться. Хорошо? Просто ноги торопятся. Все-таки... Все. Это же не цель.